Пошел. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Так, мы третье-то дочитали, да? Ну, вот. Помню. Третье там было. Да вообще. Меня-то. От Марка 3 глава с 35 по 35 стихи. 31 по 35. И пришли матери и братья его. И стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ. И сказали ему: вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои, вне дома спрашивают тебя. И отвечал им: кто матерь моя и братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. Толкование блаженства Филактера. Братья Господа по зависти пришли взять его, как неистового и бесноватого. А мать, вероятно, по внушению чувства чести, пришла отвлечь его от учения, показывая таким образом народу, что тем, кому они удивляются, она свободно распоряжается и может отвлекать его от учения. Но Господь отвечает: матери моей никакой не будет пользы быть матерью моей, если она не будет совмещать в себе всех добродетелей. Так же точно и родство бесполезно будет для братьев моих, потому что те только суть истинные сродники Христа, которые творят волю Божию. Итак, говоря это, он не отрекается от матери, но показывает, что она достойна будет чести не за одно только рождение, но и за всякое другое доброе дело. Если бы всего она не имела, то другие предвосхитили бы честь родства. Вот Господь говорит: вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. Хочешь быть младшим братом Господа, волю Божию исполняй. А воля Божья, где она? Где ее знать? В Священном Писании. Это 10 заповедей, заповеди блаженства. В Библии, да. Священное Писание, Библия, Слово Божие. Это все суть одно и то же. Три названия. Сколько книг в Священном Писании? 77. В Ветхом Завете сколько книг? 66. Нет, не 60. 50. А в Новом Завете? 25. Ну, если там 77, 27. Надо запомнить это. Ну-ка, Андрей, перечисли, какие евангелисты. Кто написал Евангелие? Ну, сейчас мы читаем Марка, ну, не знаешь, ну-ка давай ты, ты-то знаешь. Матфей, Марк, Лука, Илья. Кто еще? Илья. Иоанн. Илья. Матфей, Марк, Лука, Иоанн, ну, давно пора запомнить. Четыре евангелиста. Тимош, перечисли. Четырех евангелистов. Матфей, Марк, Лука, Иоанн. У него память хорошая, он внимательно слушает. Кажется, что ничего не слышит. Кое-кому есть, чему поучиться у него. Память. И, допустим, пришли мы в церковь в субботу. И он подошел, правила стал читать, а ни один из вас не подошел. Я читал правила. Ну, ты, может быть, до этого, но я в тот момент не увидел. Я то есть там много правил, и чтобы что-то не нарушить, вы-то уже должны были... Я и по были... стенам все читал, что там здесь. Перебивать не надо, не хорошо. Я тоже. Вот, и он подошел, чтобы еще раз посмотреть. Не просто стоять там и улыбаться, и о чем-то говорить. Вот, подражайте этому примеру. Так, Евангелие от Марка, 4 глава, 1-2 стихи. И опять начал учить прямое. И опять начал учить. Народ нуждается в том, чтобы постоянно нужно его учить. Апостол Павел говорит:
проповедую во время и не во время своему ученику Тимофею. Когда не время, тоже Слово Божие. А когда не время? Ну, всякие бывают дела какие-то. Кажется, ну не вовремя это все. А ты и за делами можешь это говорить. И во время, когда располагает к этому аудитория. Вот Игнат Тихонович в тюрьме был, у него проповедь там была несколько часов, молитва и проповедь в тюрьме, где люди разных там, так скажем, мастей сидят, заключенные за убийство или за что-то еще там, за воровство, за изнасилование. И с такими людьми Господь давал ему мудрости, как и что сказать, как общаться. Именно на духовном уровне говорить Слово Божие, а не просто там о чем-то. И опять начал учить при море, собралось к нему множество народа. Так что он вошел в лодку и сидел на море. А весь народ был на земле, у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им толкование. Хотя, казалось, это слал мать свою, однако опять повинуется ей. Ибо ради нее выходит к морю, садится в корабль для того, чтобы, имея перед глазами всех, говорить в услышание всех, никого не имеет позади себя, чтобы хорошо слышали. В фильме «Иисус» по Евангелию от Луки это показано. Надо показать вам этот фильм «Иисус». Что? Ну, это понятно. Иосиф хороший очень фильм. Они все по Библии хорошие. Но вообще, я говорю на будущее, что Иисус надо показать. Точно по Евангелию. Прям синодальный перевод. Синодальный – это 1876 года. Диктор, переводчик говорит. Не какой-то вольный сектантский, а именно по этому переводу. Это 1981 год, по-моему, или 80-й фильм снят. Но настолько он соответствует Священному Писанию. Другие есть от Иоанна, но посмотришь даже на актеров, и видно, что какой-то грех, что ли, или грехи у него, этого актера. На лице отображено. Ну, Христа подобрали, актер такой. Не принимает никак сердце. Верующие это сразу заметят. А здесь отбор был, кажется, 5000 актеров на роль Иисуса Христа. И одного выбрали. Он уже не живой, этот актер. Ну и дальше Господь говорит притчами, притча о сеятеле. С 3 по 12 стихи. Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла, заглушила семя, и оно не дало плода. Иное упало на добрую землю, дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят. Своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. Видите, притча о сеятеле, евангелист Марк в 13 главе тоже, Матфей, то есть, тоже говорит об этом. То есть, это очень даже понятная притча всем, во все времена. Хоть даже в наш компьютерный век все равно понятно. Но сеялки только большие, целые механизмы. Трактора. А тогда просто ходили и разбрасывали. И одно семя упало при дороге. Прилетели птицы, поклевали то. Что это такое? Что? Ну это... Это уже говорили мы на эту тему. Это символизирует то, что она как бы начала подставить на грехи его. Нет, птицы это бесы прилетают. Да. Птицы бесы. Иное упало... На каменистое место. Земля не глубока. То есть
неутвержденный человек, вроде начинает веровать, вроде там корешки веры пускаются, и все, дальше зашло солнце и засохло, какие-то искушения, испытания. Например, мужчина должен с бородой быть. И вот к нам на занятия приходили такие, без бороды, а потом узнали, надо бороду отращивать. Стали отращивать, дома искушение, жена восстала против. Что ты как, дикобраз и прочее, и все. И нету его, и на занятия не стал ходить. Из-за волос. Волос, это все временно. Тела наши сгниют. Черви сидят из-за клока волос. И у нас даже есть такие оглашенные ребята, которых растут уже, но бреется, все равно себя скоблит. Так ты же теряешь вечную жизнь, ты не прочищаешься уже 2 или 3 года. С такими разговаривал. И значит, что-то в этом есть какое-то. Как правило, это связано с блудом. Блудодейственная ересь, старообрядцы говорили. Бородобритие. Не трожьте, когда вырастет, будет борода, не трожьте ее. Это вид мужчины. А женщина, она... То есть ты становишься, когда ты себя будешь брить, женоподобным. На иконах, если там юноши, но они еще юноши, там Пантелеимон, какая у него борода, ему было лет 14, наверное, или 16. Вот. А так все бородами. Девушки, женщины благочестиво одеты. Однажды пришлось с ним беседовать, ну, со ступницами. На каблуках ходят высокие христианки. Ну, какие христианки-то? Что-то по названию. Я говорю, где вы на иконах это видели-то? Чтобы стояли вот и Мария Магдалина. А при чем Мария? Ну, это нам пример. При чем Мария Магдалина? Так лучшее почитание святого – это подражание ему, говорит Златоуст. И благочестиво одеты. Каблуки вредят, искривляют и позвоночник, и все, там, тазобедренный сустав. Нет, верующие такие каблуки огромнейшие бывают. Ну, верующие, в кавычках. Мне, говорит, хирург сказал. Как хирург сказал? Ну, неверующий человек, ты его слушаешь. А что говорит тебе Господь, не прислушиваешься? А где он говорит, Господь? Да, через сердце твое. Значит, не слышишь ты голос Божий, через совесть. Через примеры из жития святых. И вот смотрите, что получается. Лишь 1/4 упала на добрую землю. Это говорит о том, как мало спасающихся. Потому что многие, даже из слышащих, невнимательно слушали. Невнимательно. И дьявол похищает это семя. Или обольщение богатством. Заботы чрезмерные о чем-то или о ком-то отвлекают его от священного писания, от духовного. Надо там с детьми, надо внуков поднять. А ну, сколько мы по деревням ездили, да и в городе проповедовали, раздавали Евангелие. Часто такой ответ, ой, да некогда читать. Некогда читать главу в день, например. Некогда читать. Так бы сказал человек, некогда мне есть. Ну некогда, мы не будем сегодня есть, некогда нам есть. Все. Нет, что-то не то будет. А душа-то просит пищи божественной, Слово Божие. Только человек, он под спудом грехов, он это не чувствует. Огрубело сердце его. Так называли дебелое состояние. Не дебил только, а дебелость. Вот. Это Игнатий Брянчанинов говорит. Это когда плотской ум, духовному нет стремления. Только поесть, поспать. Бог, телевизор, холодильник, койка. Есть характеристика детей, Игнатий Никитич написал. А я музыку там придумал. Вот Бог телевизор, холодильник, койка. Все замыкается. Но сейчас надо поправку. Это когда он писал, еще такого не было. Компьютерного бума. Еще и компьютер с интернетом. Вот так. То есть холодильник посмотреть, койка и еще телевизора полежать. И все. И круг замкнул. Чужая жизнь интересна, а своя нет. Вчера подходили ко мне. Ну покажите. Ну, принесли там на флешке «Дивергент». Даже само название какое-то уже непонятное. Ну, я полистал, посмотрел. Фантастика там. Ничего такого. Где там драки, стрельба. Будущее. Там после войны. Зачем оно это? И действительно мы станем дивергентами, будем смотреть это. Зачем? Не надо этого. Вы смотрите о природе, духовные фильмы. Игнат Тихонович отдал флешку. Говорю, гляньте, и, ну я не советую это. Зачем муть эту
они в Голливуде наснимают, там взрослый может что-то еще взять. Вот. Сейчас масоны часто снимают фильмы, это специально заказы, что на планете остается, ну, я легенда, например. Ну и другие есть, тоже они фантастические. На планете мало людей остается, или вообще никого. Это у них идея такая, программа. Но Бог попустит этому или нет, мы не знаем. Это все будет Божий план, а не то, что там думают масоны. Это все лишь, они, как бы сказать, винтики в Божьем промысле. И нам попущено по грехам нашим, что над нами кто-то там. Но они на нас как влияют? Мы молимся и все. Обрати их, Господи. Ну вот узнали, что там президенты масоны, и что? Я буду плохо спать из-за этого. Да я буду молиться о них. Буду так же работать. А то масоны и уж вообще на евреев такая злоба. Сами виноваты, революцию сами делали. Ну, говорят, там евреи руководители были. Ну так народ же шел-то. Небольшая проповедь с броневичка, и все, и пошел народ. А был бы верующий, никуда бы не пошел. И на Майдан бы не пошел на Украине, в Киеве. Сидел бы дома, и все. Вот, дядя Никита, он никуда не ходил. Но его Господь уже коснулся, он уже понимал. На оранжевых революциях он там красил, стоял. Ну, я так говорю, что участвовал. В 2007 году, да, там было, в Киеве. А здесь на Майдан молодежь, там платят деньги, и все, за эти доллары. И зачем? Потом стрельба началась, только ужас в глазах. Стали женщины, это вот рассказывает он, женщины ходить мертвых. Потому что пошло это, демонизм из людей стал просто выходить. Потому что не знали Бога и не знают. Отступили от Бога, забыли Христа, брат на брата руку поднял. Славянин на славянина. Это ж только сатана так делает, нам незачем. Каин Авеля убил. Так это и все и повторяется. Все это повторяется по какому-то сценарию. А сидели бы дома, молились бы, или в храме были, ничего бы этого не было. Поэтому для вас все это сказано, чтобы вы не попались на эти удочки Майдана и прочее. Майдан — это площадь. Вас призовут там, ой, выходите за того, голосуйте, а дальше там вами манипулировать будут. А будут, если вы будете смотреть эти фильмы, телевизоры эти, интернеты, компьютерные игры, с вами легко очень манипулировать тогда. Вы будете зомбированы. Это уже сейчас видно, что зомбированы. Но сейчас Господь вас очищает здесь. Вот уже 3 недели будет, как в среду. 3 недели это уже достаточный период адаптации. За 2 обычно. И вы внимательно слушаете. Вот что я сказал, где чисто от нечистого. Сегодня каждый будете в келью заходить и помните это. Носками не становитесь. Я знаю, что и взрослые даже так делают. Ну, чушки не мытые, значит, все. И дети, и взрослые. Внимательно будьте. Так говорит Господь, чтобы отделять. У нас черпать только чистой посудой. Ведро, видите, привязано. Ну, у нас был кто-то... Давно еще. Прям ведро на земле постоянно, он туда в бак раз. Что делать? Вода закисала. Здесь инструкция для кухонных работников, чтобы все рядом помогали. Как это пользоваться? Везде нужны правила, чтобы человек стал человеком, а не просто как животное было. Чело, век, чело направленное в вечность. Туда, ко спасению. И нужно начать с самого малого. Верный валом, малом и во многом верен. Господу нашему славу во веки веков. Аминь. Так, сейчас будут у нас тренировки.